много интересного Антон Германович каждый год нам доносит. Это стало доброй традицией, которую мы очень ценим. Где наши ценности? И в этом году в деле материальных ценностей, денег, министр финансов России огласил ряд интересных предположений и предложений. Так для регионов придумали еще один стимул зарабатывать больше. Та часть прироста налога на прибыль, которая будет получена Федерацией от Республики Татарстан, в размере прироста налога на прибыль по 2% из 3%, которые зачисляются в федеральный бюджет, будет возвращена обратно республике. Как прогнозируют, к концу года по налогу на прибыль должно поступить более 78 миллиардов рублей. Это на 6 миллиардов больше, чем ранее. То есть уже можно ждать поощрения. В этом году за успешные показатели республика уже получила от правительства страны более 1,5 миллиарда рублей. Республика развивается, все наши расходные полномочия реализованы. И большая поддержка была оказана по реструктуризации бюджетных кредитов, которые мы брали. Консолидированный бюджет республики в этом году поступило почти 300 миллиардов рублей, что тоже рост. Год завершается положительно. Мы уже уверенно можем сказать, те параметры в доходах и расходах полностью они будут выполнены. И те задачи, которые поставлены нашим президентом Рустамом Нургалиевичем, они также будут полностью выполнены. И как сегодня пообещали, в следующем году будет разработан еще ряд налоговых новаций, таких своего рода подарков для бизнеса, которые призваны стимулировать дальнейший рост российской экономики. Дмитрий Арин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.